Всем привет, кошечки, зайчики, девочки, мальчики, с вами я, Ангелина, всех приветствую на своем канале. Ребята, у меня сегодня голубцы на мукбанг. Не отведать ли нам голубчиков, голубчушечек таких вкусных? Сверху у меня майонез, не знаю, люблю голубцы с майонезом, не со сметаной. Борщ наоборот, кто как вчера видел, ой, не вчера мукбанг у меня выходил с борщом, посмотрите. В общем, у меня голубцы с бульончиком. Я их тушила не в духовке, а просто тушила, короче, в бульоне. Пюрешечка, куда же пюрешка без голубцов, да? Зелень и остатки былой роскоши. Это у меня пикулешечки. Ой, обожаемые мои теперь пикулешечки. Светланы рецепт. Очень вкусные пикулешки. Ну что, давайте кушать. Всем приятного аппетита. Я голодная. Мукбанг все-таки надо снимать голодным. Кстати, пикулешки сыну тоже понравились. Он вообще был в восторге. Мы уже банку, вот все, что осталось. У меня еще две банки закатанных. Я люблю бульон. Поэтому налила себе с бульоном. Зеленушечки положила. Ну, чтобы поярче было. Правильно, правильно. Так. Давайте кошмякнем его сюда, да? Чтоб так более... Ой, голубчик мой. Вот этот такой жирненький, самый большой, прям как я. Голубчик. А этот поменьше. Вот сюда отставлю. Ой, красотища. Ну что, налетай. Ой, блин, не отцепила. Голубчик. Нежный. И пикулешечек. Я делала пикулехи и купила 2 килограмма огурцов. У меня 3 банки получилось. Буду экономить. Сразу не съедать. Хотя еще огурцы можно купить, сделать, в принципе. Как все вкусно. Напишите, вы любите голубцы кушать? Или перец фаршированный? Я, кстати, вчера делала их голубцы. И у меня фарш остался. Я и перец, который был у меня дома. 3 штуки туда фарш, короче, фиганула. И еще получилось у меня 4 тефтельки сверху. Я еще только думаю, сейчас съем, не съем, 2, наверное, съем. Я голодная. А. Обалденно. У нас жара на улице. Вся неделя. Будет тепло. Никаких дождей, никаких там ветров. Ой, как вкусно, ребята. Готовьте, голубцы, не ленитесь. Жопки поднимаем и готовим голубчики. Это вообще, в принципе, не сложно. Главное, раскочевряжить эту капусту. У меня вчера была большая капуста. И пришлось мне ее, это, сначала... Хорошо, что она вместилась в эту, в печку, блин, как ее. Микроволновку. Я включила... Сколько у меня? Почти на 10 минут, короче, крутилась. Но листья такие... Немножко отошли. Я их сняла и потом отварила немножко. И такие лопухи были. Во. У меня с одного листа 2 голубца. Получилось. Вот эти огурчики я делала по рецепту Светланы. Это у нее канал.
Есть. Называется как он? Дар клана, в общем. Дар клана. У нее есть пикулины, называются огурчики. Кто хочет такие же делать огурчики, смотрите. Это просто, не знаю, можно их просто хрумкать. Очень вкусные. И, в общем, главное раскочевряжить капусту. Остальное уже все это быстро делается. Кто-то пишет там, не чавкайте, вы чавкаете. Ну, это мукбанг, ребята, ну что я буду, блин, объяснять-то? Тут кушать надо, звуки издавать. Чем сильнее, наоборот, тем лучше. Ой. Так что, стараюсь как могу. Еще один положу. Ой. Вкусно, очень вкусно. Давно не готовила. Так что, кто даже давно не готовил голубцы, готовки. Вчера посмотрела последнее видео Судаковой. Что-то она там беременная, что ли. Задержка у нее, говорит. Не знаю. Уж, знаете, с одной стороны, лучше бы уже забеременела бы. Вышла бы замуж. Вела бы семейную жизнь. Ну, почему? Я не знаю, почему вот не хотят. Все-таки контент бы сменился. И, ну, не то, что сменился, было бы интереснее все это наблюдать. Вот. А так, не знаю, в Ютубе смотрю так, то одного, то другого. То рецепты. Я вообще любитель смотреть всякие рецепты. Откладывать их там. Знаете, у меня в Ютубе лист этот, где смотреть позже. Дофига там рецептов, даже которые я ни разу не готовила. Вот напишите, у вас также откладываешь вот рецептики эти ютубовские. И до них нифига руки не доходят. Некоторые готовила, но там их столько много, что... Что руки не доходят. Подсел на одну девчонку. У нее короткие видео. Юморная такая вообще. Прям тащусь с нее. Ой, забыла, как она, у нее канал. Короче, ее Валентина зовут. Девчонку Валя. Это просто что-то с чем-то. Самородок, блин. Ржачное у нее видео. Ну, тут практически весь вечер. Вот посмотрела Судакову и рецептики, и вот эту девчонку. А, с Казахстана она. Такая вообще юморная девка. Огонь просто. Все съела вообще. Ну, потому что я только завтракала. А время 4:30. На завтрак так немножко клюнула. Ой, вообще вкуснотища неописуемая, ребята. Так что, кто давно не готовил, голубчики, готовьте, пока перчики фаршируйте. Пока все это, перец, это все в доступе, овощи. Анька, сейчас мою посуду, и мне надо на ужин уже готовить. Кое-что хочу приготовить, в общем. Вот. Всем хорошего вечера. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И всем пока-пока. До скорой встречи.